Дорогие друзья, всем большой привет! Я безумно рада, что вы заглянули на канал Крисан. Меня зовут Кристина. В сегодняшнем ролике у меня будут покупки косметики. Если вы любите данные ролики, то оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Желаю вам приятного просмотра. Сегодняшний ролик я снимаю не одна, а с прекрасной девушкой Ульяной. Ее ник на YouTube Ульяна Верес. И если вы любите видео о различных женских штучках, также покупках из Fix Price, интересных захватывающих влогов, то обязательно проходите по ссылке на канал Ульяны и не забудьте посмотреть ее ролик с покупками косметики. Думаю, что он будет не менее интереснее, чем мой. Меня очень давно просили снять покупки из магазина Магнит Косметик. Если честно, я как-то не очень люблю посещать магазины, чаще обожаю делать покупки именно в интернет-магазинах. Но для такого случая я сходила в Магнит Косметик и купила все-таки себе пару косметических средств и бьюти-гаджеты. Я встретила там очень много косметики, которую я заказываю на других сайтах, так что есть средства в моих покупках, вообще в дальнейшем будут, которые можно там тоже приобрести, но я их делаю более выгодно в интернет-магазинах, тем более сейчас с нашей экономической ситуацией в стране намного выгоднее делать покупки в интернет-магазинах. Давайте начнем именно с косметики, которую я купила в Магнит Косметик. И единственный бьюти-гаджет, который я купила, это пилка. Я очень люблю такие пилки, считаю, что они хорошо справляются со своей задачей. Она двойная, здесь снизу более мягкая и сверху более грубая. Она именно для пяточек, я купила для этих целей. И она отлично, деликатно очищает пяточки, не оставляет лишней кожи. Так что я могу вам ее рекомендовать. Домой я купила зубную пасту. Вот так она выглядит, называется она Биомед. Я читала про нее отзыв в Instagram. И сначала, когда увидела, отнеслась к ней скептически, что у нее прям такой натуральный состав, что она не пенится, там, в общем, вся такая потрясающая. Потом увидела этот отзыв, прочитала, был достаточно длинный, большой отзыв, и мне он понравился. Я решила взять именно вот эту с кокосовым маслом. Она выглядит таким образом. Она приятная, на вкус не оставляет послевкусия гадского, как бывает у некоторых паст. Здесь всего 100 грамм, но это достаточно много. Она белая, очень приятно пахнет таким кокосиком. Немножко, наверное, с ментолом. Еще в Магнит Косметик я купила себе два набора флеш-тату. И они оказались не очень хорошего качества. Я делала в отпуске себе эти флеш-тату. И когда мы поехали на 33 водопада, это влажная местность, флеш-тату испарилась, ее как и не было. Так что они мне показались не очень хорошего качества. Из всех флеш-тату, какие я пробовала, больше всего мне понравились именно с AliExpress. Они дольше всего держатся, буквально 5-6 дней точно. Также для своей проблемной кожи я купила себе от Ботаники линеечка ароматерапия, масло бергамота. Это эфирное масло, здесь 100% состав, 100% масло. Открывается коробочка сбоку, я вам показывала уже такие масла. Я себе покупала ментоловое масло, масло апельсина от Ботаники. Здесь маленький пузыречек, оно безумно приятно пахнет. Вообще это масло можно использовать не только для проблемной кожи, а также для концентрации внимания, для настраивания на позитивный лад, на позитивные мысли, для концентрации на работе. В общем, это очень классное масло. Обошлось мне оно 80 рублей со скидкой в специальный день, когда у них там скидки. И последнее, что я купила в Магнит Косметик, это был вот такой бальзамчик для губ. Это обычная гигиеническая помада. Я очень хотела себе попробовать гигиеническую помаду, потому что они намного мягче бальзамов, масел. Они прям очень воздушные, легкие и такой со вкусом булочки с корицей. Очень приятно пользоваться. Она действительно пахнет булочкой с корицей. При нанесении тоже она остается на губах с таким запахом. Она немножко такого бежевого оттеночка, как с коричневого. Я с удовольствием ей пользуюсь. Еще одно прибавление в моей коллекции бальзамов и гигиенических помад. Хочу вам показать свой заказ с сайта Nata Cosmetic. Безумно понравилась эта косметика. Я прям в полнейшем восторге. Эта косметика абсолютно натуральная. Ее срок годности 1 месяц, но при условиях хранения в холодильнике ее срок можно продлить от 2 до 3 месяцев. И, конечно, чтобы не пропадал у меня такой продукт, потому что его достаточно много, я их храню в холодильнике. Я заказала себе два средства. Они
полностью натуральные. Здесь были бумажки с составом, с рекомендациями по хранению, с рекомендациями, как, куда использовать. В общем, они были привязаны бечевкой, я их уже сняла, потому что я прочитала, и все понятно стало. Вот это крем. Его сделали специально для моей кожи. Со мной связался консультант сайта при заказе, и обговорили мы с ним все нюансы моей кожи, и для меня создали вот такой крем. Он специально для жирной проблемной кожи. Это крем-флюид, безумно легкий, отлично подходит летом, и я им пользуюсь примерно 2-3 раза в день. Да, я пользуюсь утром, вечером и иногда днем по возможности. Я стараюсь летом не пользоваться тональной основой, так что этот крем у меня ложится на чистую кожу. Я просто умываюсь днем и также наношу, как и утром, вечером. Его можно наносить не только на лицо, а также на шею. Если у вас еще проблемные места на спине сверху или где-то на плечах, то тоже им можно пользоваться. Он абсолютно ничем не пахнет, он нейтральный, но мне, по крайней мере, так показалось. Также я заказала для себя молочко для тела. По-моему, миндальное оно у меня. Оно подписано даже здесь, что миндальное для чувствительной сухой кожи. Здесь 260 мл, здесь было 30 мл. Все подписывают ручкой. Это молочко для увлажнения. Хорошее масло, оно легкое, оно быстро увлажняет кожу, белой консистенции и безумно приятное в нанесении. Оно быстро впитывается. Прямо я влюбилась в это масло. Оно очень-очень легкое, ярко пахнет миндалем. Мне уже, если честно, надоел запах миндаля. Вот здесь он очень-очень яркий для меня. Здесь удобный дозатор. В общем, молочко просто потрясающее. Один из моих любимых продуктов для тела – это именно молочко. Я не люблю спреи, я не люблю масло, я не люблю массажные плитки. А вот именно молочко – самый отличный вариант, особенно для лета. В этот раз в Эйвоне я заказала только один продукт. Это были духи. Я заказала себе духи Silky Soft Mist. Вот так они выглядят. Они пахнут для меня сиренью, ландышем, чем-то таким цветочным. Для меня это праздничный, такой нежный, даже можно сказать свадебный запах. Он безумно приятный, но судя по тому, что здесь изображены орхидеи, он пахнет орхидеей. Я никогда не нюхала настоящих орхидей. Я прям вообще в восторге от этого запаха. Как почувствовала в каталоге, решила, что я закажу. И любая цена пусть будет. 400 рублей всего стоит такой аромат. Я в восторге. Купила я себе масочки, точнее заказала. И парочку здесь купила. Вот такой большой набор масок. И они, кстати, у меня здесь трех разных фирм. Первая — это комплимент. Я вам уже рассказывала про эту косметику. И если вам интересно, ссылку обязательно оставлю. Но там я не рассказывала про эти маски. Где-то в покупках я говорила, что сделала заказ на сайте Timex и решила поискать у нас такие масочки одноразовые и нашла. Купила себе кучу, уже практически все использовала, и осталась у меня как практически маска с зеленой биоглиной. Очень люблю такие маски от Комплимент, просто потрясающие маски. Бюджетные, рублей 40-50 стоят каждая штучка, она зависит от вида деятельности, что она будет делать. Я в полнейшем восторге от этой марки, она бюджетная и маски у нее очень классные. И хочу вам показать здесь два продукта у меня, точнее три, от компании Sherry. Я надеюсь, я правильно произнесла. Вот этим я уже активно пользуюсь. Давайте с него начнем. Здесь 5 в одном комплекс. Выравнивает тон кожи, удаляет загрязнение и макияж, увлажняет, матирует, выводит токсины, сужает поры. Я ее взяла за сужение пор. Это маска с углем. Она классная. У нее, правда, может кому-то не понравится запах, но он не навязчивый при этом. Она отлично очищает кожу. Не пробовала макияж смывать. Я обычно всегда мицеллярной водой либо маслом снимаю макияж. А вот увлажняет, выводит токсин, сужает поры. Да, мне безумно понравилась эта маска с бамбуковым углем и гиалуроновой кислотой. Потрясающий эффект от нее. Буду дальше пользоваться и, думаю, в дальнейшем расскажу вам. Заказала я две маски. Это обогащенная увлажняющая маска перчатки. Я заказала две. Один положу обязательно в подарочек. В будущем на канале у меня будет конкурс. Пока я просто собираю подарки, чтобы достойный такой подарочек был. Ну вот, заказала две. Буду использовать одну и одну положу в подарок. Ну и последнее от этой же марки — это гелевые подушечки. Безумно хотела попробовать я себе патчи, поэтому заказала. Никогда у меня еще не было патчи, это будут мои первые. В общем, тоже потом в пустых баночках я вам о них расскажу. Это масочки все Skin Light, их можно также купить, кстати, в Magnit Cosmetic. Какие маски я купила? Я себе набрала абсолютно разных продуктов, потому что у меня пошла душа в разгул. Маска для лица
успокаивающая с коллагеном и экстрактом огурца. Такую я точно видела у нас в Магнит Косметик. Дальше, ультраувлажняющая маска, перчатка для рук, по-моему, с овсянкой. Это очень интересно, с овсянкой никогда не пробовала маски. Маска для лица, укрепляющая с коллагеном и маточным молочком, тоже очень хорошая, говорит. Заказала вот эту, потому что она интересной формы такой. Это антистрессовая маска, тоже будет интересно посмотреть, как она работает. Далее заказала себе массажную пенящуюся маску с активным кислородом, с персиком. Интересный вообще продукт с кислородом. Отшелушивающую подушечку для лица глубокого очищения. Тоже ее еще ни разу не пробовала, говорят, очень хороший продукт. Ну, посмотрим. Ну и самое последнее, что я заказала, это восстанавливающий крем для ног с маслом ши и авокадо. Интересная форма была, но прям меня заинтересовало, что тут какой продукт от этой марки. Так что решила я его тоже попробовать. В аптеке для себя я купила Бора Плюс. Купила зелененький, его, кстати, тоже можно купить в Магнит Косметик. Но я почему-то купила в аптеке. Шла как-то мимо и решила купить. Отлично спасает от сухости кожи, отлично спасает проблемную кожу. Также хорошо помогает при укусах пчел, комаров, мошек. В общем, это потрясающий продукт. Я его очень люблю. Можно использовать как базу под макияж. Тоже очень-очень хороший продукт для этого. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу, это мой заказ с сайта AlpStories. Я уже делала заказ на этом сайте. Если вам интересно, ссылку оставлю под роликом. И в этот раз я заказала еще себе других средств, которых у меня еще не было. Первое, что я у девчонок насмотрелась и решила заказать, это было масло для тела. Я очень люблю масла. И вместо молочка, вместо каких-то гелей использовать именно его. Я понимаю, что я только что сказала, что я не люблю масла, но вот такие легкие, они очень классные. Особенно использовать их летом, когда выходишь на улицу сразу после душа, просто потрясающе. У меня с ромашкой, буду пробовать, пока не пробовала. Также заказала себе гель для душа и молочко для тела. Продукты идут у меня с Гинка. Я тоже их не пробовала, решила попробовать. Очень интересно, никогда ничего не пробовала с Гинка. Такой, знаете, легкий, ненавязчивый, травянистый аромат. Вот этот крем я тоже начиталась отзывов на косметисте и решила заказать. Он безумно классный. Мне и так понравился с алоэ, и с розочкой я почитала и хотела тоже попробовать. И вот, наконец, заказала. Он безумно приятный. Правда, мне пришло тут с разбитым колпачком. Ну да ладно. И последнее, это масло авокадо. Тоже у девчонок видела его и решила попробовать. Никогда ничего подобного у меня не было. У AlpStories 100% натуральные масла. Они действительно 100%. Мне прям нравится органовое масло, которое я заказывала у этой марки. Вот сейчас я решила заказать авокадо попробовать. Вообще, я заказывала через украинский сайт, потому что в России эта косметика не представлена. Ну и вроде я вам все рассказала, все показала. Извините, что получился такой длинный ролик. Я надеюсь, вам все понравилось. На этом сегодняшний ролик заканчивается. Я еще раз напоминаю вам, что видео я снимаю не одна, а с прекрасной Ульяной Верес. Заглядывайте на ее канал, посмотрите ее ролик с покупками. Я же вам желаю хорошего настроения, чаще улыбайтесь, солнечного вам лета. Я вас всех очень сильно люблю и всем пока-пока!